Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетбольная «Самара» готовится к новому сезону. Хоккейная «Лада» удачно стартовала в континентальной хоккейной лиге. Гоночная «Лада» выиграла этап Кубка России. Тольяттинец Дмитрий Брагин выиграл первую гонку «Туринг Лайк» на шестом этапе Кубка страны. Пилоту везло с самого начала. На Смоленском кольце он был лидером и тренировки, и квалификации. Основной соперник тольяттинца, москвич Денис Булатов, квалифицировался только восьмым. В итоге Брагин на 2 очка опередил столичного спортсмена. 3 матча, 2 победы. Удачный старт тольяттинской «Лады» в регулярном сезоне континентальной хоккейной лиги. Сейчас автозаводцы на 2-м месте восточной конференции. Впереди только омский «Авангард». В 2 прошлых сезонах «Лада» не попала в плей-офф, завершая чемпионат на предпоследнем месте в конференции. «Самара» продолжает накачивать баскетбольные мускулы. Клуб с одноименным названием до начала чемпионата страны в Суперлиге готов попробовать свои силы в товарищеских матчах с командами из более мастеровитого дивизиона «Единой лиги». Главный тренер «Самары» Сергей Зазулин уверен, в предстоящем сезоне команда может претендовать на выход в финал чемпионата и Кубка России. Из 15-16 человек, которые готовы к сезону, только 4 иногородние, не самарские. Таких команд в чемпионате страны больше нет, заявил Сергей Зазулин. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.